Да, ребят, привет. Риолинда, Калифорния. 1 марта, первый день весны. Вторая половина дня. Сегодня я хочу показать окончание моего эксперимента. В прошлом сезоне у меня была вот эта прикорневая поросль. И я не стал ее вырезать, а сделал снял кольцом кору и засыпал грунтом. Ну и сейчас вот подкопал, обрезал и хочу показать результат. Ну, вот первый саженец уже выкопал, отрезал вернее. Вот, смотрите, какая корневая система мощнецкая. То есть как бы мой эксперимент удался как минимум на этом саженце, на этом отростке. А сейчас посажу его в горшок и выкопаю еще вот эти три. В принципе, все получается, ребят, очень классно получилось. Все, всем спасибо за просмотр, бай-бай. Да, я забыл сказать, это у меня Питерс Хани, сорт медовая Питера, очень вкусный. Вкусная фига, желтая или белого цвета, можно сказать. Все, бай-бай. Да, ребят, ну выкопал вот я все четыре черенка. Первое, то, что выкопал, вообще в идеале. Я считаю, что корневая система мощная. Черенки больше метра. Думаю, наверное, чуть укорочу их. Этот вообще самый мощный, но послабее у него корневая система. Но все равно, видите, как раз образовалось в том месте, где я чуть выше, вернее, даже, видите, вот обрезка моя. Она образовалась на границе. Вот кольцо, которое я снял. То есть такое корешок. Здесь интересно, смотрите, часть корня образовалась выше кольца и часть ниже. То есть там, где он прикреплялся к дереву. Ну, тоже неплохо, в принципе. И вот этот наиболее слабенький. Ну, тоже попробую его укоренить. Обрежу покороче вот эти плоды, срежу. Срезы замотаю парафилмом и посажу, я думаю, что он тоже пойдет. Ну вот так, ребят, в принципе, успешный опыт мой. Вот так выглядит деревце это. Уже после выкопки сейчас поставлю назад поливочный шланг, уберу эти кирпичи, которые я от собачек ставил. А эти красавчики сейчас на укоренение в горшки. И как только пойдут, уже дальше их на рынок. Все, thank you for watching, bye-bye.